Это тоже они почему-то они придумали много оружия специально для «Игры престолов». И страшно, видимо, этим. Нет, невидимо, точно страшно этим гордятся. Потому что даже много там документальных материалов есть. И они говорят, а вот мы такую еще хрень придумали. А у нее просто какая-то палка, на ней какая-то железка, и там какие-то там то ли 4, то ли 5 зубьев в одну сторону. Вы понимаете, что просто палка, окованная просто железом, она лучше будет. Да. Гораздо. Как дубина. Да, чем это ваша ахинея. Вон, а у нас только что упоминавшийся Костя Анисимов 7 месяцев в Африке провел и привез оттуда масаевских дубинок. И сегодня мы их показывать, кстати, будем вечером. Так. Это такая вот комель деревянный, угу. И на конце у него хорошенько отполирована такая круглая штучка. Ну, как кость. Да. Берцовая, да. Ну, он где-то она вот такой вот длины, и вот такая вот штучка на конце. Ну, то есть, она выглядит просто как игрушка. По-другому это вообще назвать нельзя. Это просто, блин, игрушка. Она длиной сантиметров, ну, 50, может быть, 45. Какая-то вот эта пимпочка на конце, это вот палочка, у нее ручечка идет назад. И вот наши два, это все ездило на фестиваль с нами вместе. И вот наши два друга по кличке Шмыга и Брым, выпив немного пива, они подрались, чтобы было веселее. Ну и Брым взял, и Шмыги его со стола взял, оставить. Шмыга взял палочку со стола и вот так вот стукнул по голове друга Брына. Его зашивать пришлось. Да блин. Хотя там это никакого не было там с подпрыжка от жопы, вот это вот ничего, а просто вот так вот бэм! Там тут же рассекло кожу, кровище во все стороны. Замечательно просто. Аналогичный случай был у нас на Лиговском проспекте за третьей помойкой, где я живу. Отхожу ко сну примерно в 3 часа ночи, в полтретьего, а со двора несутся звуки. Какой-то дебил, насобиравший пивных банах там или не знаю из-под этих напитков банки, он их, короче, возле моей помойки топчет, да, он их топчет, вот. И поскольку у него их там 350 штук, ну я через полчаса уже озверел, взял черенок от лопаты, у меня всегда стоит приготовленный, и пошел, ну сначала провожу педагогическую беседу с гражданином, что ты делаешь, ты спать мешаешь, в ответ на что тебе начинают хамить всегда. Я, конечно, понимаю, что там моя очкастая рожа ужаса не внушает никому, но если человек с палкой, я бы хамить не стал, просто вот хотя бы так. В общем, в ходе беседы я, услышав неприятные пассажи в свой адрес, я его стукнул палкой по башке. Ровно с тем же самым эффектом. Причем, ну, я это некоторым образом привычен людей бить, поэтому стукнул я его чуть-чуть. Тут же поперек рожи, просто струя крови вот поперек рожи, ёлы-палы, я аж испугался. Думаю, надо добивать. И в помойку прятать прямо там же. Ну, он завыл, ёлы, ну, и, конечно, сразу извинения горячие. Вы совершенно правильно меня ударили, как это у наших граждан бывает. Я вот неправильно себя повел, но скорость вот ужасающая просто. Она же сразу шкуру рассекает, а если у тебя там, боже упаси, сосуд какой-нибудь, то все и потечет, да. А посильнее приложишь, череп он, конечно, крепкий. Но будет очень плохо. Да, за последствия это просто деревянная палка, без железа и без разбега. И чтобы там... Эх, Дэнс! С прогибом выпрыгнуть, блин.